Карамба ТВ представляет. Этот прикол мы назвали «Встреча друзей», и в этом нам поможет наш скутбайкер Денис. Нормально, вкусно пахнет. Вы покупаете дешевые бритвы. От них идет раздражение по коже. Покупайте подороже что-нибудь. Для пластической операции мы решили нанести лицо самым дешевым способом. Раз, два, три. Соленок, кисло. Лицо горит просто. Я чувствовал, куча воробьев по мне ползает. Они забрались на мои руки, на мое лицо, полностью, все. Как колет. Очень трудно дышать, все кислое во рту. Бля, вот они реально лезут в рот, да? Это, блин, такой, блин, что это? Бля, кислые губы. Яд или что это, блин? Да кислые губы? Да. Бля, я чувствую воробьев. У меня глаз, все лицо горит просто, блин. Самое прикольное ощущение, когда ты лежишь, по тебе ползают куча мурашек, по рукам, по лицу. А потом понимаешь, что тебе очень больно, и ты прямо... Бля. И дышать нечем становится. Лицо, нос, блин, все, щеки горят вообще. Блин. Ты плакса, Макса. Блин, чувак. Это само собой. Я не плачу. Это само собой. Обычно Леня плачет на камеру.